Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников, скульпторов. Николетта Киралли, современная венгерская художница, которая начала свой творческий путь еще в начальной школе. После окончания средней школы обучалась у художника Йорса Докуса, который преподавал ей курс масляной живописи. Желая вызвать простую радость и вызвать улыбки на лицах людей посредством своего искусства, Николетта Киралли оставила заметный след на венгерской арт-сцене. Я цитирую данные, которые нашел в интернете. Их не очень много. Ее стремление делиться красотой и простотой жизни проявляется в тематическом разнообразии и выразительности ее картин. У художницы было несколько выставок в Будапеште и других городах Венгрии. Николетта активно сотрудничает с обществом венгерских художников. Особенно ей нравится рисовать на открытом воздухе. В настоящее время живет Хевин. Ну вот, все то, что мне удалось найти о современной венгерской художнице Николетта Киралли. Пока-пока, до свидания, смотрим ее работу.